Все, наверное, знают такое искусство битбокс. Оно довольно современное и в то же время очень древнее, как и горловое пение. Поэтому сейчас мы попробуем с Сеней, интересным битбокстером и певцом, импровизацию варган плюс битбокс. У нас будет, в общем, коллаборация разных ритмов. Дабстеп, клуб, не знаю, дипхаус. Поэтому будет очень здорово, если вы потанцуете в такт с нами. Мы будем сменять эти композиции разными-разными восьмерками и прочее. От вас будет отдача, это будет здорово. Потом каждого обнимем, найдем, поцелуем, все будет классно. Да, если хотите, хлопайте в ритм, будет интересно. Давайте попробуем. Повышаем частоты. Еще, да? Ну что ж, друзья, поддержим аплодисментами, хлопками. Любим вас, спасибо большое. Ну что ж, это была импровизация с Сеней, битбоксером и очень интересным человеком.